Всем привет! Мы находимся в Американской Баптистской Церкви, и здесь сейчас будет представление сначала для детей в 6 часов, а потом будет для взрослых. Вот такая огромная церковь. И для детей будут какие-то игры, холли. Там очень много игрушек поставлено, больших таких, надувных. В эту церковь на праздники собирается очень много горожан. Празднуют Крисмас. Мы решили погулять немножко по церкви. Здесь какая-то детская школа или садик на втором этаже. Очень интересно оформлено. Здесь вот так вот сделаны классы. Очень красиво. Mm-hmm.